И снова с вами Ева Лорман, и сегодня у нас роза в технике двойного мазка или китайской росписи. Эта роза уже не совсем, наверное, относится просто к китайской росписи, она более уже к художественной росписи относится, но тем не менее, такого рода розочку можно нарисовать, даже украсив какую-нибудь вазочку или бокал и так далее. Самое главное здесь, что мы делаем, это нарисовали сначала бутон и вокруг бутона рисуем такие лепестки. И вот это пространство, темная тень, так сказать, нужно заполнить уже как раз таки другими лепесточками маленькими, чтобы нарисовалась вот эта сама картинка, красивая розочка. Причем делается это достаточно просто, главное на кисточку сильно не давить, чтобы краска не вылазила не по нашей воле, так скажем, из-под кисточки. И вот такими белыми мазочками мы закрываем вот эту, такую, как это называется, тень, ну, в данной ситуации просто темную часть нашего рисунка. И вот таким образом образовываются листики, и по сути, вот она сама розочка. Дорисовываем ее, доводим до ума. То есть это все очень легко делается, незначительные такие мазки, и вроде как рисуночек такой нарисовался. С вами была Ева Лорман, всем успехов, удачи, пока-пока!